Зима в этом году пришла на месяц раньше своего положенного срока. Уже второй день обильные снегопады раскрашивают в белые химкинские дворы и улицы. По прогнозам, синоптики обещают еще и ледяной дождь. Коммунальные службы города вышли на борьбу со стихией. С самого утра дворники шуршат лопатами на площадях и во дворах, а КАМАЗы и тракторы чистят дороги. На уборке выпавшего снега и содержании улиц, и внутридворовых проездов работает 110 единиц техники, более 415 человек занято на ручной уборке. Утром до начала рабочего дня были очищены все остановочные павильоны общественного транспорта и далее прометены и очищены все тротуары от снега и наледи. Транспортного коллапса из-за снегопада не будет, заверили в администрации. Закупленных противогололедных реагентов должно хватить на весь сезон. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, оперативно реагируя на все обращения жителей.